Есть еще время. В большинстве 15 секунд осталось. И гол! И все-таки забивает Борис. Давайте сейчас посмотрим, как это было. 2-1 становится счет на флажке этого большинства. Все-таки шайба оказывается в воротах Красикова. И посмотрите, такая достаточно шумная группа поддержки сегодня у Бориса. И вот бросок проходит все-таки. Да, Талгат Джайлаов очень здорово бросает. Ну и посмотрите, просто положил в дальнюю девятку, восьмой номер, эту шайбу. И Талгат Джайлаов сокращает разрыв в счете. Восьмая шайба нападающего.